Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Yowodom Smartwatch R3. И сейчас я покажу вам, как поменять циферблат. Итак, для этого мы зажимаем пальчик на циферблате. И теперь можем полистать циферблат и выбрать тот, который нам больше всего понравится. И нажав на него «Установить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.